наших с вами рассуждения вчерашнего дня. Ca să ne amintim despre ceea ce am discutat ieri. Вспомним то, что мы вчера с вами неплохо, в общем-то, поразмышляли о том, каким должно быть наше с вами поведение. Să ne amintim despre ceea ce, cred că, n-am discutat rău și a fost plăcut despre, în general, despre purtarea noastră. O întrebare din cele mai importante, credem așa, deci am discutat-o ieri și frate vrea să o sugândeze cum ar fi despre eticheta noastră, purtarea noastră, purtarea noastră sau comportarea noastră unul față de altul. Если вы заметили, то вот эти темы для нашего размышления, они были так как раз, которые сам напрашивается, dacă ați observat, deci toate temele au fost făcute în așa mod, deci le-am discutat pe rând, parcă am vorbit despre toate și ultima întrebare, cum ar fi să cele singure. Ну и поэтому сейчас мы с вами поговорим уже непосредственно о молодежных взаимоотношениях, то есть взаимоотношения между юношей и девушкой. Deci dacă întrebarea de ieri, întrebările s-au referit la cei mai vârstnici, ce și vom discuta azi se referă deosebit la tine. Эта тема весьма обширна и огромна. Нам ее полностью всю не охватить сейчас за несколько лет. Ну, по тем причинам, что мы приняли, как это поможете или нет, надо сказать. Но все-таки мы с вами попытаемся основное отметить. И вы сейчас și deci ne vom strădui cât o fi cu putință, deci cele mai principale puncte să le atingem și voi, anume voi, tineretul, vă veți da părere. Cum credeți sau cum înțelegeți? Поэтому настройтесь на активный, так сказать, дух, чтобы вы все с вами могли порассуждать, чтобы никто не отсиживался. Каждый мог бы сказать. Deci vă rugăm să aveți o dispoziție bună și o activitate, deci cu toate cu toții aprișini. Dar să nu uitați că prezența lui Dumnezeu am cerut-o și crede că este în mijlocul nostru, știi, să, deci să fim cu rânduială și să fim disciplini în sală. Ну, теперь, я думаю, давайте перейдем к самой нашей теме вот этих взаимоотношений между юношей и девушкой. А здесь вот здесь на директ, на тема нашу, здесь при комфортаре, сау... А если тоже комфортаре, entre băiat și fată. Значит, я думаю, у каждой команды есть этот список вопросов, но нас интересует последний раздел. Здесь у нас в любезности период свидания. То есть, давайте мы с вами дадим определение. Вот этим словам. Что такое любезность? Что такое свидание? И так далее. Поразмышляем. Поэтому я попросил бы вначале... я вот плохо запомнил, в каком расположении находится команда, но... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, там, девять, десять. Прекрасно. Поэтому давайте... с первой командой, пожалуйста. Первая команда. Какой у вас был ответ? И как вот ваше мнение на то, что такое любезность? Deci, amintesc, te rog. Tinerii creștini trebuie să fie cu mare băgare de seamă în ce privește legarea de legile de prieteni și legile de tovarăși. Înainte de a fi da mâna în căsătorie, fiecare fată trebuie să-și cerceteze dacă acela cu care este dat să fie. A da liciuți, după liciuți, противоположно un pol, deci, de, cum se говорили, быть не равнодушен, но первые христианские, что допустимы, что они считают недопустимым, это может поздороваться особо с ней, может даже вручить букет цветов. Ну, я еще добавлю, то, что сестра говорила, значит, но она не должна быть, пока, значит, Să vă mulțumesc pentru vizionare!
вижу своє серце, как хрупкую вазу, ненароком споткнёшься и в древесь жив, чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос звучит. Dragostea față de Dumnezeu.
те же страницы, 369. Послушайте, когда наши дети перестанут считаться со своими желаниями и прихотями и начнут ценить совет и наставления своих родителей, ставится вопрос. Более книги, более читания. Я фигур нужды творится лишь из этих людей, что прочитали с этой связкой. Сегодня в дверь твою, мое Отечество, стучит
Хочется,